15 тысяч жителей Неспоренского и Унгенского районов получат доступ к качественной питьевой воде благодаря современным водопроводам, которые там построят. Стоимость проекта составляет 51 миллион леев. К сетям смогут подключиться жители 10 населенных пунктов из Неспоренского района и 3 из Унгенского. Эту инициативу и другие инфраструктурные проекты обсудили на рабочем совещании премьер-министра Онкику с мэрами Неспоренского района. Встреча состоялась после того, как на прошлой неделе глава Кабмина посетил район и выявил ряд проблем, связанных с водой, канализацией и подключением к газовым сетям. На сегодняшнем заседании рассмотрели этапы реализации проекта и пришли к выводу, что останавливать работы нельзя и нужно изыскать необходимые средства. В Министерстве сельского хозяйства и регионального развития заявили, что необходимо обратиться в Национальный экологический фонд. Премьер также подчеркнул, что важно продолжить строительство спортивного комплекса в Неспоренах, на который было выделено 48 миллионов леев. Половину из них уже освоили.